Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. Бюджет Кирова заплатит 45 миллионов по долгам КЧУСа. ВТБ взыскал через суд с города эту сумму, поскольку обанкротившийся застройщик брал кредит в банке под муниципальные гарантии. Это произошло еще в 2015 году, когда компания занималась строительством замороженного сейчас Куменского водовода. В кировском Дипфине рассказали, что пытались опротестовать судебное решение, но безрезультатно. Договориться с банком о рассрочке тоже не получилось. Стоит отметить, что это не единственный случай, когда кировские налогоплательщики платят за коммерческие компании. Так, за счет бюджета оплачиваются коммунальные услуги торгового центра «Европейский» из-за особенностей договора аренды. Программа «Экономика». На 430 миллионов уменьшились доходы бюджета Кирова. Это связывают с ограничительными мерами, которые действовали весной. Примерно половина суммы и потеря по налогам. По данным Дипфина, эта сумма будет компенсирована субсидией на сбалансированность из федерального бюджета. Будет перечислено 203 миллиона рублей. Чиновники рассчитывают, что до конца года Москва даст еще какие-то деньги. Экономика на 101 FM. Прекращено производство по делу о банкротстве кировского завода 1 мая. Соответствующее определение вынес арбитражный суд Кировской области. Заключено мировое соглашение с кредиторами. 3 года назад арбитражный суд области признал МАШ-завод несостоятельным. До этого предприятие 1,5 года находилось в процедуре внешнего управления. Экономика. Завершение валютах на сегодня. Доллар 76.47, официальный евро 90 рублей 41 копейка. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.